неправильно играет. А второй проход уже аккордами. Почему мне никто не показывает второй проход все время? А ты что слушал, что ли? Финал слушал, да, покажи и так далее. Как я тебе покажу, у меня не гитара, у меня бас-гитара. Покажи на бас-гитаре. Ты играешь сначала. Да? Да. Потом. Потом уже аккордами. В смысле, я всегда аккордами играю. Не надо всегда! Вначале ты сначала играешь. Сначала одна струна. По одной струне играешь. А потом уже подум! Внимание, я играю. Стой! Там не пип-пип-пип-пип! Я знаю, я не. Да, слайд. Поехали. Сначала тогда. Ну давай сначала. Пам-пам! Ты неправильно играешь. Риф? Куплетный? В конце там... Нет, там в конце идет все по прямой. Без этих... Та-да-да-да-дам, пум-пум. Та-да-да. То есть, смотри. Не-н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 е-
речь. Ладно. Так это специально сделал. Повторять не чтобы... Да, да. Жестко. Но я жестко. А я последняя.